переброс, коленки зацепили, сняли, притом на расслабленном варианте. И обрубка. То есть это уже чуть-чуть усилие стена. И снимаете его аккуратненько. Да? То есть человек вылетает, да. И зона пошла. Аккуратно, аккуратно, без напряжения вы должны уже потихоньку выходить. Надсаживать. То есть это схемы, по которым идет общая работа. Раз, перешли. То есть вы постоянно работаете на мягком варианте управления. Раз. Переход. С ноги на ногу. Где-то идет движение. Раз. Садили. Человек просто уходит. Надо. Все, и вот на таком варианте с ним работать. Подсадка. Вот. Все. И начинаете потихоньку выходить уже на другие вариации. Раз, здесь съем пошел, поднырнули, перебрали, раз, вытянули его красиво, разложили. Там сзади бордюр, нельзя падать, аккуратненько перебрали, положили под сюда. Раз, снаружи, раз, снаружи. Там же опасно, да, там можно убить. То же самое, еще раз. Раз вышли, сразу снимаете. То есть вы вдоль него и начинаете. Раз. Понятно. Посадили. Здесь. Все. Вот это вот схемки. Сейчас просто на свободном варианте. Все, что помните. Вот все.